открытая трибуна. Помогут ли общественные слушания выбрать достойного нового начальника городской полиции? Человек должен быть профессионалом в первую очередь. Если человек со стороны, который не знает структуры и всех тонкостей, он может быть некомпетентным человеком. Ну, я думаю, поможет, конечно, если каждый может выразить свое мнение там какое-то, то я думаю, что да. Если это будет не определенный круг людей, там чиновники какие-то, знаете, то есть гражданина каждого, думаю, будет. Мне кажется, это не поработает, потому что много чего обещают и ничего еще не сделали. Я думаю, что поможет. В Черкассах это привело к какому-то результату, поэтому чем мы хуже и чем мы отличаемся, вполне возможно, надежда есть. Новая полиция у нас что поменялась? Как Сердючка сказала, мы нашу столовую перенимали в едальню. Полиция, милиция. А выбрать нового председателя полиции, ну что, прикольно было бы. Ну если будет прозрачный конкурс, если слушание будет прозрачное, то вполне может быть. Ну я не знаю, честно говоря, как это будет работать. Скажем так, последние годы работа начальника городской милиции стала публичной. В отличие от того, что было раньше, когда это все-таки было покрыто тайной. Сейчас это проявляется более ярко, каждодневно и для каждого из живущих в этом городе. Потом публичные слушания помогут устранить имеющиеся сейчас подозрения, недосказанность. Открытая трибуна.